Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала. Сегодня вашему вниманию представляется очень интересная ручка Pilot Petit 1. Самому было очень интересно. Да, прошу прощения за такие руки. Ну вот, просто писал обзор. Это не первый, скажем так, обзор, который я пишу сегодня. Поэтому предыдущими ручками изляпался, ну... Ладно, раз уж пишем, значит, в чернилах должны быть. Что же мы тогда? Не чернильные души, что ли? А на сегодняшнем ваше внимание ручка Pilot. Ручка интересная. Первый раз на обзоре у нас такие ручки. Ну, общие сведения. Посылка шла 28 дней. Стоимость 425 рублей. Но тут, не знаю, правильно я понял или нет. А тут китаец, конечно, нас немножко надул. Потому что залез я на сайт Пилота настоящего, и там он стоит 247 рублей, или я чего-то не понял. То есть в два раза китаец нас надул. Ну да ладно, ничего страшного, это все-таки 200 рублей, а не 4000. Дальше. Ручка сама по себе пластикового цвета, такого оранжевого. На сайте у продавца присутствует красный, зеленый, синий, флотский синий, черный, оранжевый, розовый. Вес ручки 10 грамм, длина с колпачком 108 миллиметров, диаметр колпачка 13 и диаметр корпуса тоже 13. Как вы видите, он тут практически совпадает. Колпачок сам по себе прозрачный, с такой вот оранжевой клипсы. Клипса, мне кажется, ненадежная, потому что очень тоненькая. Ну да ладно. Здесь на колпачке, наверное, написана инструкция. Все это написано, наверное, на японском языке или, скорее всего, на китайском. Как пользоваться, наверное, этой ручкой. Но тут больше написано про картридж, который уже внутри этой ручки. Перо. На пере у нас написано F. Соответственно, это тонкое перо. И 0,5 мм. Очень своеобразный, смотрите, коллектор. Все это прозрачное. На корпусе написано Petit 1 Pilot. Откручиваем. Вот и картридж. Посмотрите, как она устроена. Очень интересно. Посмотрим, как она пишет. Это, говорят, нам нужно удалять. Удалим. И, собственно, ставить это вот так. Посмотрите, что будет твориться. В принципе, она должна заполняться. Ага, пошло. Смотрите. Наполняется коллектор. Смотрите, как интересно. Оригинально. Очень оригинально. Попробуем, что ли, сразу? Ну, сейчас. Должна записать. Да, кстати, читал я, что советуют колпачок не терять, потому что здесь специальное у него посадочное место. И ручка, в общем, достаточно становится большой и удобно писать. Так с колпачком. Без колпачка, конечно, тоже удобно, но не так, как с колпачком. О, понеслась. Ну что, как говорится, бум-бум, начали. Выйди. Интересное ощущение. Рыжие чернила. Не знаю, будет ли вам видно. Еще раз мы сейчас поправим съемку. Вот тут что-то нужно такое веселенькое. Thank you.
Ну что сказать, ребятушки, прекрасная ручка, по крайней мере копия, наверное, скажем так, не будем говорить витиевато. Пишет, вообще отклик пера супер, мне очень понравился, напоминает, что же напоминает, да нет, ничего не напоминает, это она своеобразное тоненькое перо, очень хорошо пишет, очень хорошо на нажим реагирует. Мгновенно расписалась, несмотря на то, что это копия, но, видимо, все-таки хорошая копия. Мне очень понравилось перо. Сама по себе ручка очень оригинальная. Чернила я, правда, выбрал тоже, не подумав. Оранжевые, ну, ладно, для прикола. Очень оригинальная вот тут подача, все чернила на виду, и поэтому очень интересно наблюдать, как это все у них проистекает внутри. Единственное, что, конечно, это размер. Ну, ничего страшного. Подведем общий итог. Ручка, копия выполнена достаточно качественно. Единственное, меня смущает, как я уже говорил, вот этот вот колпачок. Это можно уже оторвать, наверное. Ну ладно, пусть пока будет. Очень маленький оригинальный размер, очень легкая. При письме обязательно использовать колпачок, иначе будет очень неудобно писать. Что еще? Почитал, что проблемы, ну как проблемы, не то что проблемы, ну больше найти можно, но картриджи не так как чернила, и люди советуют заправлять прямо непосредственно сам картридж. Ну ладно, посмотрим, как все это будет происходить. Пишет мягко, тоненько, перо соответствует своим размерам. Ну а в остальном это дело вкуса. Расскажу вам немного о фирме Пилот, раз уж у нас появилась ручка. Начало свое Пилот берет с 1918 года, когда профессор Токийского колледжа торгового судоходства Рёсуки Намики попытался усовершенствовать те письменные принадлежности, которыми не пользовался каждый день. Тем самым создал новую модель ручки и решил сделать свое производство. Нашел себе партнера, которого звали Масао Вада. И назвался производственная компания Намики. Начал делать ручки. В 1926 году корпорация Намики появилась на мировом рынке. Открыла свое отделение в Лондоне, Нью-Йорке, Шанхае и Сингапуре. Через год стали производить механические карандаши и свои собственные чернила. В 1938 году они переименовались в Pilot Pen, а потом уже, соответственно, Pilot Corporation. В 1950-е годы открываются отделения по всему миру. И до сих пор ручка, вернее, фирма пользуется хорошей репутацией и качественными ручками. Поэтому рекомендую. Конечно, лучше купить. Кстати, что, наверное, я и сделаю. Куплю оригинал. И мы их сравним, как они себя ведут. Попытаюсь, может быть, даже купить оранжевого цвета. Ну, посмотрим. На этом наш обзор заканчивается. Всем удачи, всем здоровья. До новых встреч.